Невероятное вокруг нас. Нервная система. Когда артисты цирка «Флик-фляк» выполняют свои удивительные номера, все зависит от их нервов. Без сильных, хорошо функционирующих нервов такое владение телом просто невозможно. Юные звезды программы Татьяна Каштейн и Алена Журавель. Обеим по 15 лет. Специалистки по стойкам на руках сохраняют равновесие даже вниз головой. Это возможно благодаря сети нервных путей, охватывающих все тело. Они передают команды мышцам, которые управляют корпусом, ногами и руками. Татьяна и Алена упорно тренируются с самого раннего детства. Я уже 2 года выступаю, но тренировалась я намного дольше, 6 лет. Теперь мне все дается легче, чем раньше. Намного проще. Я все делаю автоматически. Но что стоит за этими поразительными движениями? Да и за обычными повседневными движениями. Алена пришла в лабораторию компании «Витроник» в качестве подопытной. Ее тело сканируют лазерным сканером. Из полученных данных создается трехмерное изображение. Компьютерная анимация помогает заглянуть в тело артистки. Она показывает типичное строение нервной системы. Головной и спинной мозг образуют центральную нервную систему. Нервы ведут к органам и конечностям. Электрические импульсы проходят по нервным волокнам. Они обеспечивают взаимодействие функций тела и его движений. В больнице Мангеймского университета невролог Йоханнес Биндер возбуждает участки мозга, контролирующие руку Алены. Электроды, присоединенные к пальцам, измеряют ее реакцию. Так врач проверяет проводимость ее нервов. Все в порядке, как видно из графиков и из другого теста. Легкий удар по коленному сухожилию не вызывает реакции. Но от чуть более сильного удара голень Алены дергается. Значит, ее спинной мозг работает нормально. С помощью другой трехмерной модели мы показываем, что происходит внутри организма. Сухожилие, напряженное ударом, натягивает мышцу, разгибатель бедра. Стимул передается в спинной мозг. Который сразу реагирует на сигнал тревоги, посылая нервные импульсы в мышцу-сгибатель под коленом и мышцу-разгибатель над ним. Верхняя мышца сокращается, нижняя растягивается. Мышцы реагируют на стимул без участия мозга. Коленный рефлекс – стандартный тест. Рефлексы защищают нас от травмы. Алена автоматически отдернула руку.
Все живые существа реагируют на стимулы. Когда Алена касается волосков венериной мухоловки, ее доли захлопываются. Обычно этот механизм используется для ловли насекомых. Рожки улитки тоже реагируют на стимул. В них есть нервные клетки, хотя и более простые, чем у людей, относящихся к семейству позвоночных. Но базовая структура нервных клеток есть и у таких беспозвоночных, как улитка. Нервные клетки имеют похожие на антенны ветвистые отростки, которыми они принимают сигналы. Эти выросты называют дендритами, от греческого «древоподобные». Информация передается по длинному электропроводному нервному волокну – аксону. Сигнал передают к приемнику пресинаптические окончания. Они транслируют электрическое послание к месту назначения, например, мышцам. Когда дендрит получает достаточно сильный стимул, возникает цепная реакция. Последовательность импульсов проходит по аксону пресинаптическое окончание. В этом случае они возбуждают мышцу. Алена и Татьяна ходят в цирковую школу. Каждое утро они тренируют серое вещество. Сегодня учительница Моника Лацер показывает ученикам, как работают нервные клетки. Она придумала кое-что особенное. Она просит учеников построить цепочку домино возле мобильного класса. Эффект домино очень похож на то, что происходит в простых клетках беспозвоночных. Еще раз в замедленной съемке. Шаг за шагом. Вот так передается информация. Акробаты выполняют трюки с большой скоростью, чтобы поразить зрителей. Мальте Кнаппу на шатком унициле нужна молниеносная реакция. Она включает нервные клетки более сложной структуры. У позвоночных, в том числе людей, большие участки аксонов покрыты изолирующим слоем. Между ними находятся неизолированные участки – перехваты Ранвье. Нервный импульс, прыгая от перехвата к перехвату, достигает места назначения быстрее, чем у беспозвоночных. В этой модели изоляцию представляют красные палочки, а перехваты Ранвье – домино. Первая костяшка толкнет палочку, которая собьет вторую костяшку. Гонка двух нервных клеток в замедленной съемке. Позвоночная модель впереди явно быстрее, чем модель, представляющая беспозвоночных. Татьяна работает над новым трюком. В отличие от рефлексов, автоматической реакции на внешние стимулы, преднамеренным движением нужно учиться. В этом нам помогает мозг. Он обрабатывает информацию, полученную органами чувств.
Например, осязание Татьяны отмечает малейшие изменения в давлении на руки. Нервные клетки передают сигналы в мозг, который дает нужные команды по нервным путям, ведущим к рукам и ногам. В результате артистка регулирует движение, чтобы удержать равновесие. Чтобы довести новый трюк до совершенства, Татьяне понадобятся недели тренировок. Алена направляется к доктору Кристине Шаба. Алена, если на тебе нет ничего металлического, то пойдем. В этой комнате находится магнитно-резонансный томограф. Он позволяет наблюдать мозг за работой. Нас интересует, что происходит в мозге Алены, когда она выполняет некоторые движения. Здесь она не может сделать стойку на руках. Придется ограничиться простыми движениями. Сожми и разожми правый кулак. При выполнении этого движения работают миллионы клеток мозга. Они находятся на оранжевом участке. Теперь покачай левой ступней. Когда мозг Алены дает команду покачать ногой, активируются клетки в другом участке. Сравнение. Слева нога, справа рука. Мозг состоит из миллиардов нервных клеток, которым нужно общаться друг с другом. Это общение происходит в контактных точках – синапсах. Когда нервная клетка возбуждается электрически, пресинаптические окончания выделяют химические вещества-посредники, передающие информацию. В точке приема информация снова переводится в электрический импульс. Импульс идет по аксону к следующему пресинаптическому терминалу. Нервные клетки общаются двумя способами – химическим и электрическим. Когда Алена и Татьяна разминаются перед выступлением, они не просто расслабляют мышцы. Они также вызывают в памяти нужные последовательности действий. Благодаря активным тренировкам программа записана у них в мозгу. Поэтому им уже не нужно думать про каждую мелочь, чтобы номер прошел гладко. Алена во вращающейся металлической раме. Высший пилотаж акробатики. Артистка ярко демонстрирует, что выдающиеся достижения возможны благодаря виртуозному взаимодействию головного и спинного мозга и нервных путей. Нервная сеть, организующаяся загадочным образом, одно из величайших чудес природы.